Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот чуть-чуть, еще, и спасены за холмом свои, а значит, воля. Но рванула мина, сея смерть, позади идущих дымка, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный след миллиграмм горячего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Час еще, и будет все в порядке». Но увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла и котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись, но она бежала и бежала, лишь когда увидела своих, пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» – разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб, папу с мамой немцы расстреляли. Почему так много в мире зла? Разве жизнь сестры моей игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из 3-й роты. «Внученька!» — он только лишь сказал. «Как же я тебя не уберег-то?» В небесах закаты жгут костры, и ветра свои роняют вздохи, словно тихо плачут две сестры, искорки безжалостной эпохи.